Аноним. С банком Тинькофф не могла договориться, и поговорив с отцом, что я сделала все, что могу, я оставила это и не брала трубки, и говоря отцу, что я просила и так далее. И, о чудо, сам банк начал гоняться за мной, а я говорила, что не согласна теперь на их условия. И дошли до того, что они мне выплату снизили на 1200 в месяц. А еще счет заморозили, чтобы проценты не шли. Теперь буду платить так. Спасибо, Андрей, за избрание, за поток, который льется через вас. Анастасия, мне нужны были деньги, чтобы заплатить долги по квартплате и начать приватизацию. Пришла такая молитва. Папа, благослови мою дочь сильно, а она всегда со мной поделится. И вот сейчас приходит от нее 50 тысяч рублей. Я спрашиваю, откуда? Она говорит, что продали землю, а десятину мне прислали. Папа, благодарю тебя, дорогой. Лариса, самое важное, что хочу сказать. Слушайте Андрея и братьев его. Не надо идти ни на какие платные курсы. Пишу, чтобы вдохновить вас на подвиги, делясь с вами моим прошлым и днем ныне. Моя семья из Баку. Мы бежали оттуда сначала в Тюменскую область, 1986 год, Сургутский район, и поселились на 6 лет в поселке Мостоотряд, потом в поселке Новофедоровское. Если кто есть с той стороны, обнимаю вас, родные. В 1992 переехали в Америку как беженцы. И именно в Америке отец посетил меня и открыл мне любовь свою, что Иисус Христос пришел в этот мир именно ради меня и умер ради меня, чтобы я жила и имела жизнь в избытке. Я полностью посвятила себя и свою семью Богу. Сказать просто, что моя жизнь стала успешной, значит ничего не сказать. И вот я начала заниматься бизнесом Мэри Кей. Муж дал добро. Он не особенно верил в успех, но видел, что мне доставляет это огромное удовольствие. Я двигалась в этом очень успешно. Идеи приходили легко. Интересные люди, интересные встречи. Но расширяется бизнес, больше клиентов, занятость зашкаливает. Я, кроме бизнеса, начала работать в школе помощником учителя, чтобы переводить для русскоговорящих детей. И тут появляется возможность не участь в Америке, сдать экзамены на учителя, что я и делаю. И чудесным образом сдаю экзамены, и меня берут на позицию учителя. И зарплата увеличивается сразу в 3 раза. Ищите прежде всего Царство Божьего, а остальное все приложится вам. Кроме этого, поток русских потек в церковь, и пришли идеи синхронного перевода, переводить, сидя за монитором, а звук идет через наушники в зал. Люди каялись, принимали крещение, нужно было выбирать. И я выбрала семью, работу, служение. Сейчас все это в прошлом. Я на пенсии, имею все. Вы можете спросить, что ж тебя такую успешную и духовную привело на поля Яковишиных? Отвечу, случилась трагедия, слава Отцу, не со смертельным исходом, и многие годы, что бы я ни делала, ситуация становилась хуже и хуже, пока я не вступила в день ныне и не вошла в поток. Спасибо пастору Андрею за смелость, за помазание и многое другое. Баптисты говорили, что надо принять ситуацию. Харизматы говорили, что я делаю что-то не так, поэтому так долго это длится. Но как-то я видела то ли сон, то ли видение. Я увидела портреты Иисуса, но Он был живой. Я говорю Ему, что я больше не могу. Он говорит, можешь. Я спрашиваю, когда? Он говорит, в мое время. Это был где-то 2002 год. Мне даже говорили, что не может быть, чтобы это был отец. Как мы порой заблуждаемся, когда говорим такие вещи.
именно из-за этой ситуации я не успокоилась. И именно из-за этой ситуации я была открыта для потока и для этого нового движения. Пришлось обнулиться. Спасибо Андрею и Оле. Я очень вам благодарна, и за вас благодарна, и за всю небесную цивилизацию, нашему Отцу, Сыну и Святому Духу. А сейчас я подумываю открыть кафе с армяно-русской выпечкой. Так что день ныне в полном разгаре. А с той проблемой мы обязательно справимся. И уже справляемся, и выходим из нее с хвалой. Множество сынов откроется, когда эта весть дойдет до их ушей. Я так хочу, и так будет. Аминь. Нина, у меня соседи уезжали на некоторое время из дома, а я смотрела их дом и поливала огород. Когда они приехали, то благословили мне 5000 тенге и духи. А сегодня ко мне приходили из бывшей церкви и тоже благословили 5000 тенге. Спасибо, пастор, за курс «Меч Соломона». Благодарю тебя, Отец. Хвала тебе, Отец. Спасибо тебе, Иисус. Аноним. Вчера мне нужны были деньги, чтобы съездить в районное село. Я попросила отца, чтобы он накидал мужу заказов хороших по работе. И в итоге муж заработал мне деньги на поездку. И еще осталось много денег покрыть другие финансовые вопросы. Вчера мне сказали, что еще раз нужно будет приехать в районное село. Я сказала: «Отец, ты позаботился уже об этом?» Муж немного расстроился, что нужно где-то взять эти деньги, чтобы я могла поехать. А вечером, когда я вернулась, муж сказал, что у него в кармане сверхъестественно появились 1000 рублей. До этого их там не было. А сегодня утром появилась еще одна купюра – 1000 рублей. А мне как раз 2000 рублей нужно было, чтобы съездить в районное село. Спасибо, отец! Еще мама моя проявила желание переслать 10 тысяч рублей, чтобы купить всю необходимую одежду и обувь внуку в школу. Славься, отец! Любовь. Мой рассказ напомнит про Тома Сойера. После покраски дома в 2 слоя краски осталось мало. Стали красить забор 2-й раз, боялись, что не хватит. Я помолилась, чтобы краска не кончалась. После этого покрасили 2-й раз забор, еще и двери, а краска не убывает. Сколько было ее в ведре, столько и остается. Людмила. Год назад появилась мозоль на ноге, на мизинце. Казалось, ну и что? Но я не могла носить никакую обувь. Что я только не покупала. И дорого, и дешево, и комфортно, и нет. Это был ад. Ничего не помогало. Всю кучу обуви, которую купила, одевала 1 раз, так как ходить в них не могла. Ужасная боль, натирание до слез. Единственная обувь, в которой я могла ходить, это были ботинки, которые я купила 3 года назад. И вот представьте, я в этих ботинках проходила изо дня в день, весь год, зимой, летом, в 40 градусов жары. Вы даже не представляете, какой это ужас. И вот сегодня воскресенье. Мы с мужем решили выйти прогуляться. Я помолилась и благословила свои ножки, обувь, которую покупала и не могла носить. И сказала, что я в них прохожу и приду домой, и все будет отлично. Ребята, мы гуляли 7 часов. Я даже забыла про обувь, про мозоль. Он даже не воспалился. Я дома, и я счастлива. Слава Богу! Слава Иисусу! Слава Духу Святому! За Яковишиных! Люблю вас! Ирина, 10 лет у меня были скачки давления, а в последнее время вообще было плохо. То падало, то подымалось, и было сильное сердцебиение. Я молилась, и за меня молились иногда. А тут еще и возраст, 54 года, то в жар, то в пот. Я и знала, и провозглашала, что у нас нет кризиса среднего возраста, но не справлялась. И отправила в купальню. И пришло такое возмущение, как говорит наш драгоценный Андрей,
Я – Бог и Творец в своем круге жизни. А это что такое? Отменила эти все декорации, провозгласила то, что должно быть, и все наладилось. Теперь даже желания нет применять тонометр. Спасибо Андрею, Оле, за небесную цивилизацию, за явление Отца и всем ходатаям. Вы лучшие, и вся слава Господу и Отцу. Татьяна, я просто в восторге от 14 урока. Только сейчас закончила смотреть. Молитва в конце эфира была просто супер. Что самое интересное, буквально за сутки до того, как вышел урок, мне пришел чек из налоговой инспекции, примерно 80 долларов. Я ничего не ожидала, меня это сильно обрадовало. Подумала, куплю себе что-нибудь. А после просмотра урока я просто обалдела. Отец дал деньги на будущие инвестиции. И как Андрей сказал, деньги пришли в течение суток, как знак и подтверждение. Наталья пошла с детьми на игровую площадку. Перед этим купили по мороженому, такое, какое каждому нравилось. По неосторожности сын уронил свое мороженое и начал плакать. Хотел именно то, что у него было. Я ему сказала, что позже возьмем, не купим. Такое же. И он успокоился. Через полчаса мужчина в военной форме подошел и стал спрашивать, где находится магазин, у сидевшей недалеко девушки. И через несколько минут он возвращается, держит пакет с мороженым, дает мне и говорит, чтоб я раздала его всем деткам на площадке. Хочу заметить, что мужчина купил из всего разнообразия мороженых именно то мороженое, которое любит сын. Из-за сына благодать распространилась и на окружающих детей. Татьяна, мой младший сын на протяжении многих лет работает сам на себя в сфере строительства, в основном по рекомендациям. И вроде бы все было неплохо, и заказов много, и востребованность есть, и люди, которые хотят с ним работать. Но было небольшое «но». Он щедро оплачивал труд работников, а сам оставался с малым. Но был счастлив, что люди довольны. Много времени мы с ним говорили о том, что нужно научиться анализировать свои проекты и уже начинать управлять, и не работать самому, но как-то не получалось. И вот во время прохождения курса «Меч Соломона» я с ним все время делилась тем, что получаю на этом курсе, и о мудрости пастора в вопросах управления и процветания, и что пора бросать лопату и начинать управлять. 2 месяца назад, еще до изучения темы о Хираме, появился человек, который предложил сыну сотрудничество и сейчас наставляет его в том, чтобы сын перестал работать руками и учит его управлению, правильно расставлять приоритеты в работе и правильному распределению финансов. Нет, не жадничать в деньгах для работников, а четко фиксировать их работу и оплачивать за сделанную работу. С халявщиками мудро, без обид для них расставаться. Одним словом, учит сына мудрому управлению. Еще рассказала сыну, что нужно с каждого его дохода откладывать на преломление и преумножение 10-ю часть. И он начал пока на сохранение отдавать эти деньги мне. Говорит, точно знаю, что в твоих руках деньги преумножатся. Для меня это просто чудо. Смотрю на весь этот процесс и понимаю, проходя этот курс, буду не только я учиться управлению и процветанию, но все, кого я ношу в своем сердце, начнут получать мудрость от Отца. Ко всем придут хирамы и будут с ними заключать сотрудничество. Это слава Отца для его детей. Теперь с нетерпением, вернее с Божьим терпением, жду своего хирама в той сфере, которой хочу заниматься. Хочу заниматься инвестициями. Много прошла курсов и онлайн, и офлайн, и прочитано много книг, и накопления небольшие есть. И слава Богу, мозги становятся на место.
но что-то еще меня сдерживает. Очень благодарна пастору Андрею и Оле за этот удивительный курс. Еще множество чудес будет происходить с нами, и это уже не остановить никогда. Пастор, спасибо тебе, что ты несешь любовь и заботу Отца в своем сердце для каждого из нас. Пусть изобилует благодать в твоей жизни. Еще раз огромное спасибо! Ольга, недавно наша племянница, 19-летняя, стала встречаться и жить с мужчиной 43 лет. Я, мой муж и ее родители, верующие, православные, в духе почувствовали неладное. Мужчина очень подозрительный, но что называется, темная лошадка. Мы вместе включились в молитву согласия, чтобы свет Отца просиял в этой ситуации. Высвобождали с мужем ангелов просвещения, лили помазание на разум племянницы, благословляли ее знакомого и говорили с престола, что ситуация разрешится наилучшим образом для всех действующих лиц. И сегодня мы узнали, что мужчина уехал в другой город. Его разыскивает полиция. Нигде не работает, по некоторым данным, наркодилер. И без паспорта представился племяннице под другим именем. Она не хотела верить, переживала. Однако мы продолжали молиться, благословлять, высвобождали ангелов утешения. И вот племянница каким-то образом узнала об этом Николая, Сергея, что-то больше, и с сокрушением сказала родителям: «Как я могла так ошибиться?» И теперь мы радуемся и благодарим Отца и Андрея с Олей, что научены молитве с престола. Ангелы только и ждут, чтобы с радостью и великой готовностью послужить сынам. Валентина. До военной ситуации мы выставили квартиру на продажу, и сразу нашелся покупатель. Но пока он оформлял ипотеку, все началось, и мы остановили сделку. Но когда курс стабилизировался, мы возобновили продажу, но не было реакции почти полгода. Я верила, что Бог – Бог второго шанса, и говорила: «Ты мне еще объяснишь, для чего нужна такая задержка?» И вот в неделю все состоялось. Быстро и без ипотек. И если в феврале мы получили бы 150 тысяч евро, то сейчас мы получили 220 тысяч евро. Смогли спокойно перевести за границу, где мы до всей этой ситуации купили квартиру. Причем тоже чудом. Спасибо, Отец! Сергей. Сегодня с утра на карточку пришла крупная сумма денег, откуда вообще не ожидал. Принимаю, преломляю и раздаю от избытка. Отец такой чудесный и заботливый. Владимир. Сегодня снова пришли финансы на карту. Слава папе. Аноним. Вчера во время молитвы пришло освобождение с видением в виде сутулившегося человека. Груз, который меня давил много лет, ушел. Из груди плечо стало легко. Благодарю. Аноним. Тоже свидетельствую. Финансы текут потоком. Именно после ваших эфиров. Аноним. Да, было время и у нас было плохо, а теперь у нас все хорошо. Аллилуйя. Аноним. У меня со вчерашнего дня была тяжесть в голове, и сейчас началась зевота. И тяжесть в голове ушла. Спасибо, папочки. Халилюя. Аноним. Слава Богу, у меня сердце и давление нормально. Аноним. Прошла боль в стопе, был перелом со смещением. Халилюя. Слава Отцу. Аноним. Вчера на карту внучки пришли 5000 рублей. Просила она у отца своего 3000 рублей. Аноним. 2 дня было обострение геморроя. После вчерашнего эфира и по сей день боли нет.
Спасибо папе. Тимофей. Кожа стала чище. Иван. После торжества в Питере и Тюмени и общения с пастором Андреем мне дали ключи от квартиры в Тюмени и возможность пожить в ней, высвобождая на всех вас, каждому, по несколько квартир, чтобы вы могли предложить тем, кому нужно. Сергей. Сегодня второй раз как потоптался на денежках и золотом кольце под песню «Папа ввел меня в землю изобилия». А спустя минут 20 моим родителям, они выехали из Украины и сейчас находятся в Молдове, в христианском центре, там принимают выехавших, позвонили. Местный администратор их порекомендовал на этот вариант и предложили переехать под Амстердам для проживания в коттедже, причем переезд, проживание и питание – все бесплатно. Там можно будет жить до конца войны, плюс финпомощь от государства Нидерланды. Слава отцу и благодарность пасторам Андрею и Оле. Александр. С Филиппом все хорошо. Вернулся из больницы сегодня утром веселым, бодрым. Остались лишь шишка и синяк под глазом, и ключица немного загнута. Но от этого ничего не останется. Слава Господу! Халилюя! Ходатаи молились за 4-летнего ребенка, который упал с турника и ударился головой и плечом о пол. Сегодня в Финляндии первый день Пасхи. С великой победой вас, братья и сестры! Свершилось! Слава Иисусу Христу! Федор. Просто наступил на купюры, и бац, несколько купюр прибавилось. Реально, ниоткуда взялись. Слава Иисусу Христу. Карим. Хочу поделиться, что было со мной. До начала курса сидел в машине и молился, и Дух Святой начал направлять в сторону бизнеса, в каком я русле хотел бы двигаться. Я начал на пальцах считать, сколько Отец Небесный дает возможности для заработка. И я насчитал более 10, куда я могу течь и прославлять Отца Небесного. Благодарю, Отец, за все, что Ты дал и даешь. Халилюя. Мурат. У мамы моей знакомой сильно болела правая нога в колене. Я предложил новую маску возложить. Призвал Андрея всю небесную цивилизацию, высвободил помазание, силу исцеления и нетления, ангельское проявление. И вот знакомая вечером благодарит, говорит, что у мамы целый день не болит нога. Дочь приехала взволнованная, думала, мама лежит, потому что сильно болит нога. А с мамой все хорошо. И они вспомнили, что сегодня даже обезболивающие уколы не делали. Хотя раньше каждый день делали уколы, так как нога болела невыносимо. Мама моей знакомой благодарит Бога за это чудо. Вся слава Отцу. Благодарение за пастора Андрея и Олю и всю небесную цивилизацию. Владимир. Вчера сдал на права. 3 года и 3 месяца не получалось. Вчера тоже чуть все не сорвалось, но папа закрыл глаза гаишнику. Слава Отцу! Все еще не могу прийти в себя от радости. Талгат. Хотел поделиться одним случаем, который приключился на прошлой неделе у нас, у казахов, идет ораза. Это 30-дневный пост. И сейчас стала привычной традицией по вечерам приглашать родственников, друзей, знакомых на уис ашар. Дословно открывание рта. На вечернюю трапезу. И вот, в воскресенье вечером поехали в деревню к родственникам. Давно не виделись. Слово за слово и пошел разговор о загробном мире. Стояли на улице, нас было 3, и у меня пошел смех. Начал хохотать, не могу остановиться. Свояк спрашивает, что с тобой? Я говорю, я не умру. У меня тело нетленное. Он как вскочил и на меня. Как не умрешь? Все умирают. Нет, я не умру. Я уже сижу у Всевышнего по правую руку. Дальше он полез драться. Как не умрешь? Ты что, с ума сошел? И когда я ему сказал, я вечный, и во мне течет Божья кровь, он, услышав, вообще убежал домой. Через 5 минут
Все выскакивают на улицу и по машинам, по домам. Через некоторое время выходит жена и говорит: «Ты что наделал? Тебя сумасшедшим объявили и боятся к тебе подходить. Оттого все и убежали». Евгений, я в последнее время размышляю об управлении и заметил изменения определенные. Умножение происходит через правильное деление. Перед тем, как я уехал из Краснодара, думал, как же быть с проектом по аренде коммерческого помещения, и отпускать не хотел, и завершить не успевал. По итогу я передал власть заниматься этим проектом своему товарищу и открыто рассказал о комиссии, о которой договорился, свел с собственником, договорились 50 на 50. Сейчас я в Стамбуле, нашел напарника со знанием турецкого, уже пару сделок сделал и тоже работаем 50 на 50. Небольшие, но перспективные заказы по экспорту получаю и тоже других людей беру в долю равную. Сила в том, что один я бы не успел и не справился бы со всеми этими проектами, но через правильное деление на начальном этапе я, как царь, мало суечусь, но нормально зарабатываю со всех проектов. По сути, держу руль и управляю процессами дистанционно. Мне это так нравится. Честно сказать, заметил, что раньше я жадничал и пытался сам все сделать и заработать больше. Но сила в делегировании, управлении и делении. Через это происходит умножение. Слава Отцу! Аноним. Сейчас нахожусь на курсе «Меч Соломона». И как только начал курс, уже была внутренняя уверенность, что Господь вводит в новое в управление, и это касается не только меня, но и моей семьи. И вот, с 1 июля сначала были в отпуске всей семьей, отдых был чудесный, слава папе. Он позаботился обо всем, и до отпуска был разговор с женой, она была воспитательница в детском саду. Я говорю: не соглашайся на новый договор в детском саду, потому что условия не в твою пользу. Она сначала меня не слушала, а потом нехотя согласилась, уволилась по окончанию контракта. Я говорю: у тебя папа, Бог, он усмотрит. Вот, мы приезжаем из отпуска, который был 3 недели, и ее приглашают на новую работу преподавателем финского языка для беженцев. Зарплата на новом месте выше, почти в 2 раза, и статус выше. Слава папе! Он Господь, устройство, халлилуйя! Помазание меняет нас и наши семьи. Это Дух Святой. Евгений ранее свидетельствовал о том, что взял себе в напарники по аренде недвижимости парня, который раньше ремонтировал телефоны и зарабатывал минималку. Вчера за обедом с ним общались, он рассказал, что мама у него давно здесь, в Стамбуле, живет, работает уборщицей и копит 10 тысяч долларов, чтобы купить жилье в Туркменистане. Ей осталось около 5 тысяч накопить, а сын, мой напарник, после нашей сделки принес домой и отдал маме 500 долларов в эту копилку. Меня так тронула эта ситуация, у меня глаза на мокром месте были. Такую радость испытываю от этого поступка и от того, что я являюсь проводником благословения в жизнь людей. Я есть источник, который насыщает других. Вау! Это очень круто! Помазание работает и раскрывает такие грани, о которых даже и не думаешь. Сергей, у меня проявленная слава. На фирму поступил заказ. Большой навес в резиденции президента, металлоконструкция, изготовление плюс установка. Было много и моральных, и физических трудностей, но мы упорно продвигались к победе. И ура! Все изготовлено. Собираемся устанавливать, но начальник не предупредил, что под 4 основных несущих столба ямы придется копать вручную, лопатами. Когда до меня дошла суть вопроса, я тихо молюсь: «Папа, я ж копать не могу. Что ты собираешься с этим делать? Рабочий процесс идет. Если бы знал заранее, что за лопату придется браться, отказался бы от установки. А здесь уже на территории. Паспорта, телефоны позабирали. В общем, пришлось браться за лопату, а у меня правда не получается копать.
Причем ямки там не малые. Не грядку вскопать, а приличные технические углубления, куда вставятся опоры конструкции, и они будут бетонироваться. Жара, усталость, накопленные предыдущими рабочими процессами, и я думаю, еще что-то дали о себе знать. Я копаю, а ямы глубокие, и у меня вся земля назад в яму сыплется. И стыдно, и никак лучше не получается. И вдруг на моего директора, неверующего, сходит сила, и он, быстро вырыв свою яму, говорит: «Сергей, давай я», и, отстранив меня, остервенело, «давай орудовать лопатой и углубляться». А я иду к следующему намеченному отверстию, и так все четыре я начинаю, еле-еле ковыряюсь. Затем начальник подключается и добивает: «А, папа, ты направляешь, управляешь, а пашет херам. Эта установка сложная была. Мы 2 дня ямы копали, закапывали и выкапывали вновь. Все нужно было делать идеально. И все эти 2 дня начальник выхватывал лопаты и копал вместо меня. Прикольно. Я до курса «Меч Соломона» тонны снега на Сахалине в бураны перелопачивал. По 10 тонн угля забрасывал в угольник. А здесь... ну не идет лопата, хоть ты тресни». И я с большой благодарностью смотрел, как начальник с этими ямами сражается, но, если честно, и с изумлением, как раб Авраама на Ревеку, поившего его верблюдов. И заплатили нам по 2-м тарифам. Я не против быть занятым, но не загнанным. Сейчас приходит очень много заказов на подработку, и я занимаюсь металлом, так как херамов пока не хватает, сам закатываю рукава, творю из железа. Но в отношении лопаты извлек урок: копать, как раб, больше не могу. Лучше буду управлять. Вся слава нашему славному, любимому отцу, а нам проявление духа и прибыль. Спасибо, Андрей и Ольга, за рабочие откровения, и всем сынам власти и славы и процветания. Алекс. Благодарение отцу мне простили 55 тысяч тенге. Я на пенсии, для меня это большое облегчение. Аноним. Ехал я как-то после работы в электричке домой и решил послушать курс «Домашние порталы» любимого пастора. Но тут напротив меня села пара. Парень и девушка лет 30, и девушка была явно в достаточно подавленном и раздраженном состоянии. И у них был спор и даже некоторая ссора с парнем, но парень был более спокойным. В общем, атмосфера была такая, что я не мог слушать курс. Тогда внутри меня возник вопрос: кто здесь главнее, сын или дух раздражения и ссоры? Тогда я начал молиться под песню прославления о благословении этой пары и мире, чтобы создать портал Иисуса и явить его присутствие. И буквально минут через 5-10 девушку так накрыло, что она уснула, даже выронила свой телефон из рук. Потом я еще помолился молитвой Павла из послания Ефесянам, прочитал все послание и даже в духе проповедовал им. Верю, что им стало очень хорошо. Вот такая слава Отца. Вот так Сын являет свой мир, где Он присутствует. Халлилуйя. Павел. Мне пришли деньги на строительство домика в деревне. И все принимаю и преломляю. Умножаю все для меня. Благодарю, благодарю, благодарю. Так классно быть в финансовом потоке, и не только финансом. Улучшение во всех сферах жизни, помазание – это моя прибыль. Халлилуйя! Благодарю, Андрей, за курс «Меч Соломона» и благодарю папочку за тебя, Андрей, что я здесь и сейчас в нашей небесной цивилизации. Евгений. На днях мне позвонил собственник помещения в Краснодаре. Это мой был последний проект по запуску магазина в России. Ранее, в рабочем процессе, он мне говорил, что отблагодарит финансово, но после того, как магазин начнет давать прибыль. Но, честно сказать, такие слова я пропускаю мимо, потому что коммерсанты очень любят считать деньги. Еще ни разу никто из собственников не выкатывал мне магарыч, хотя были проекты очень мощные, и владельцы тех помещений по сей день хорошо имеют с этих проектов. Ну и суть. Звонит он мне и говорит: «Женя,
Все хорошо, на днях получим месячную аренду. Хочу тебя отблагодарить. Напомни, как мы с тобой договаривались. Я ему, как ей сказал, что никакой конкретики не было оговорено, и это действие должно быть из его побуждения, а не с моих слов. На самом деле я думал, что может 10, 20, 30 подкинет. Да и на этом спасибо. На большее я и не надеялся. Я на него стрелки переводил, чтобы он сам решил, а он на меня минут 10 качали и не могли раскачать. В общем, я не выдержал и зарядил его. Я знаю, что бывало где-то такое, но не точно, что собственник первую полученную аренду за месяц отдает директору, а ты, конечно, смотри сам. Вообще, по условиям договора аренды в данном проекте собственник минимум 200 тысяч в месяц получать будет. Ну и он мне отвечает: «Хорошо, Жень, давай пополам разрубим». Я ему говорю: «Хорошо», а самого накрыло. Думаю, я даже и не планировал, и не думал, что он мне сотку даст. И он добавил: «Разрубим напополам, я тебе в этом месяце сотку дам, и в следующем месяце с прилива сотку дам». Я вообще опьянел, конкретно. От всего события после разговора присел, сидел еще полчаса, приходил в себя. Дух Божий накрыл так сильно. Размышлял, насколько Бог благ. Не передать это словами, если честно. Илья не мог продать квартиру пару месяцев за 5 миллионов, а вчера просто сказал, что продал квартиру, хотя только звонок был от покупателя. Неожиданно сказал при друзьях: «Я продал квартиру, когда позвонил человек, и через несколько часов я действительно продал, и за наличные за 5,5 миллионов». А ранее за 5 миллионов никто брать не хотел. Через пастора Андрея говорит сам отец Соломон: «Главное – иметь силу в себе, принять это. Нужно видеть Отца Творящего и знать цель, и кто я, и откуда». Александр. Хотел сказать спасибо за уроки и вообще за все. Просто слов иногда не нахожу, что сказать. Если раньше когда-то я думал, что научусь настраивать рекламу, создавать чат ботов и так далее, и на этом буду зарабатывать, то сейчас, после 11 урока, я как будто что-то новое открыл для себя. Я начал изучать тему трейдинга и начал торговать, и потихоньку начинает все получаться. Есть люди, с которыми я могу общаться, спрашивать совета и так далее. И теперь я уже больше не думаю ни о заработке в интернете, хотя в планах есть создать команду и помогать другим бизнесам продвигаться, получать прибыль от своего бизнеса. А хочу инвестировать в чужие бизнесы. И самое главное, что когда начал изучать тему торговли на финансовом рынке, у меня четкое внутри состояние, что все будет так, как я хочу. Аноним. Рано утром меня разбудила моя жена. Акмайраш. «Скорее вставай, Яркин!» «Не просыпается?» Спрашиваю: «Где он?» «На кресле во дворе». Он сидел, запрокинув голову назад. Моя жена его дергает, крича: «Вставай! Вставай!» Он никак не реагировал. Я брызгал его водой. Никакой реакции. Тело было уже холодным. Потом мне пришла мысль в голову. Если он пришел в этот мир с миссией исполнить волю Отца, он живой. И я подошел, раскрыл неподдающуюся челюсть и вдунул в него со словами: «Ты дух животворящий! Слава Отцу!» Он очнулся, руки дернулись, как будто его прошибло током. «Слава Отцу! Мой Отец! Он его воскресил! Халлилуйя!» Потом мы положили его на кровать, его тело уже стало теплым, мама его расплакалась. На это слезы радости и благодарения. «О, Отец! Ты такой прекрасный! Ты такой мой живой Отец! Твоя слава безгранична! Дорогие, вы духи животворящие! Мы вас очень любим, семья!» Аноним. Вначале я поставил практически всю свою финансовую ситуацию и возложил весь свой будущий успех именно на этот курс. Так вот, в начале курса я вообще сидел дома и освободил себя от какой-либо лопаты. До этого 14 лет работал в такси, грузовом такси, параллельно брал на себя какие-то подряды на выполнение строительных работ. Но в последние годы работал только в такси.
и доходы были не очень большие, а занятость 12-15 часов. В марте 2022 года меня освободили от занятости в грузовом такси. Забрали машину, так как это была аренда, и хозяин решил ее продавать. И слава отцу за это. В апреле 2022 года, перед началом курса «Меч Соломона», меня пригласил один мой бывший заказчик к себе работать менеджером по продажам. Условия обычные, оклад плюс процент. Но чтобы сократить, скажу следующее. Доход стал расти от месяца к месяцу. Примерно на 20-30% ежемесячно. А в этом месяце по динамике продаж увеличился на 300%. И это еще до конца месяца 9 дней. Хоть, конечно, я нахожусь как бы в найме, но по деятельности это очень похоже на предпринимательство. А директор, с которым я работаю, очень похож на Хирама. Учусь у него практическим вещам в продаже и управлении бизнесом. Он уже со второго месяца начал мне отдавать в управление многие процессы в бизнесе и с третьего месяца поднял мне процент от дохода фирмы. Так что я практически имею долю от его бизнеса. Благодарю отца за расширение мышления, видения и, как следствие, доходов. У нас даже с моей царицей отношения изменились. Любовь через край. И это не закончится никогда. Благодарю отца, брата, друга, пастора, учителя Андрея Яковишина. И советую всем не бояться и поставить все. И довериться этому замечательному курсу «Меч Соломона». Это просто начало новой свободной жизни. Халлилуйя! Сергей. В декабре прошлого года мои друзья отдали мне свой магазин спортивной одежды, чтобы я продал этот магазин, либо развивал, и сумму продажи поделим 50 на 50. Весной этого года пастор Андрей посоветовал найти поставщиков этого бренда, точнее выйти на производителя, мы так и сделали. Также весной этого года Reebok, Nike и Adidas закрылись в России, и наш бренд стал на втором месте по качеству в России. О нашем бренде узнали все, кто любит качественные кроссовки и спортивную одежду. Звонки от покупателей, оптовиков и тех, кто хотел бы с нами сотрудничать, посыпались. С радио и телевидения звонили тоже, конечно. Мы с друзьями хотели все-таки продать магазин. Тем более, когда на наш бренд спрос вырос, но магазин никто не покупал. Зато товар покупали очень хорошо. Слушая курс «Меч Соломона», когда пастор Андрей сказал, что Соломон разбогател путем торговли, подумал, вот почему магазин не продается. Отец хочет научить торговле. Сегодня мои друзья позвонили и сказали, что магазин полностью отдаем тебе. Вся прибыль теперь моя и Дашеньки. Остаток товара в магазине на данный момент более 8 миллионов, не считая детской одежды по закупочной цене. Дорогой пастор, отец, большое спасибо. Аллилуйя. Ирина. Просматривала видео об избрании, созерцала поток, говорила с отцом, говорила сыну о небесной экономике, говорила, что он царь. Сегодня звонит и говорит: «Мам, прикол расскажу. Лежу на кровати, стук в дверь, выхожу, стоит джип, и человек рядом говорит: мы к вам с предложением, работа вам, делать ничего тяжелого не нужно. В закрытом помещении, не на жаре, с достойной оплатой. Пульт управления, нужно только кнопочки нажимать. Это был управляющий с женой. Отвезли, показали пару часов инструктаж, накормили. Сегодня забрал и повез на работу инженер. Сын смеется и говорит: такого не видал еще. Лежу на кровати, а работа сама домой пришла. Удивляюсь, откуда они обо мне узнали, кто им сказал. А несколько дней назад отец проговорил ко мне: прикажи Хирамам проявиться у тебя, у супруга, у детей. Я так и сделала. Вот они и проявились. А супругу позвонил человек и говорит: я еду к вам на родину с семьей. Заберу вас,
что мне тряслись на развозке. Ура! Хирамы подтягиваться начали. Это не закончится никогда. Пастор, спасибо за уроки. Слався, отец. И еще одно, тоже с сыном. Он подумал, идя в магазин, нужно с хозяином магазина как-то отношения наладить. А хозяин этого магазина строит новый дом. Сын подумал, что мог бы ему полезным быть. Заходит в магазин, а хозяин этот ему и говорит: «Я думал о тебе, хотел тебя попросить мне помочь. Естественно, за оплату, потому что мне уже надоели горе-работники. Деньги плачу, а они только время тянут». Так сыну даже говорить ничего не пришлось. Слався, отец! Евангелина. Живу в частном доме. Первое лето посадила огород и поняла, что у меня аллергия на ботву помидорную. Подвязка, прополка, жгло руки, лицо, вся чесалась. И в один момент помолилась: «Сын Божий, у меня славное нетленное тело, не имею возможности болеть, ведь я Бог и моя природа Его. Никакая аллергия не имеет власти над моим телом. Это декорация этого мира. И запрещаю подходить ко мне близко всякой аллергии и болезням». И утром увидела: упали все мои помидоры, палки и подвязки. Я смело пошла и все сделала. Долго возилась с этими помидорами. Пришла домой, умываюсь, и нет ни жжения, нет волдырей, не чешется. Слава нашему папе за это учение через нашего пастора Андрея, что он учит нас таким образом знать, кто я. И болезни все умерли. Мы нетленные. Аллилуйя! Спасибо огромное за исцеление и восстановление нового тела. Людмила. Хочу поделиться радостной вестью. Мой муж много лет был ярым противником моей новой жизни и сущности. Сегодня на работе куда-то отскочила очень дорогая и ценная деталь. Обычно он всегда звал меня, чтобы найти упавшие. Сегодня я все вымела, все передвинула, перебрала коробки с разными деталями, но не нашла. А вначале и пока искала, я всегда благодарила отца, что он меня направляет туда, где искать. И ничего. А через 2 часа муж звонит: «Представляешь, я уронил кусочек латуни на пол, наклонился, чтобы поднять, а рядом лежит деталь, которую ты не смогла найти, лежит на открытом месте. Я ему: это ангел тебе подбросил, я же просила». «Так ведь ты Бога просила помощи, так отец же нам и сотворил помощь ангелов, помощников, любых ситуаций. Надо не забывать и сразу же обращаться к ним за помощью, как его сынам». А для мужа это еще одно удивительное свидетельство славы Божией. Надеюсь, что чаша чудес переполнится вот-вот, и он прозреет. Спасибо, отец, что не я нашла, а он сам. Он думал, что Бог действует только в моей жизни, а теперь знает, что и в его. Сегодня вечером, как никогда ранее, довольный, бодрый, внимательный, дружелюбный. Я уже давным-давно его таким не видела. Благость Божья ведет к покаянию. Ему так приятно, что и он как бы в поле зрения у Бога, и он позаботился так о нем. Я тоже за мужа рада. Он будто преодолел какой-то высокий барьер недоверия, и что в нем заботится Бог и ангелы. Светлана. До знакомства с Андреем и Олей я находилась в состоянии глубокой депрессии, отчаяния, страхов и непонимание, что делать и как жить. Ушла от мужа уже как 1.5 года. Слушая слово, не сразу
удавалось принимать это по отношению к себе и своей жизни в целом. Стала слушать курс созерцательной жизни, а потом и курс «Меч Соломона». Дело пошло гораздо быстрее, начали происходить перемены, уходит состояние жертвы, приходит новое понимание жизни вообще. Оказывается, отдыхать не грех, а любить себя не стыдно, а очень даже полезно, что все нужно начинать с внутреннего исцеления, с утверждения в сыновстве. И тогда все вокруг начинает меняться. Я позволила себе мечтать, и мечты тут же начали исполняться. За 40 лет жизни я не ездила никуда отдыхать, кроме своей деревни. Там живут мои родители. Ведь надо помогать, работы там много всегда. И вот этим летом случилось невероятное. Я оставила 3 детей, и маму, и папу, бабушку, дедушку, отправилась отдыхать с подружкой в далекий и солнечный Дагестан. Важно, что когда я дала согласие на поездку и покупку билетов, денег не было совсем, и перспектива была туманной. Но принятие сыновства и в жизни, и в торжестве придало решительности. В итоге я и моя подруга ни в чем не нуждались. В нашем путешествии, напротив, жили на широкую ногу, ни в чем себе не отказывали, потому что мне присылал регулярно деньги муж, с которым тоже стали налаживаться отношения. Эта поездка дала для меня окно в новую жизнь, в удовольствие и наслаждение. Стали исчезать стены в голове. Это не для меня, я этого недостойна. Благословения была целая куча. В каждом дне и в каждом часе мы видели руку Отца. В общем, новое мышление означает новую жизнь. В этом я убедилась на личном опыте. Спасибо огромное и благодарность Андрею и Оле за их служение, за измененные жизни. Мария, желания исполняются. Написала список желаний, чтобы у дочери спина стала здоровой. Вчера она мне говорит, что каталась на роликах, хотя еще недавно думала, что в лучшем случае надолго придется их отложить. И в бассейн ходила, и на растяжку ходит. Я у нее спросила, это исцеление сразу произошло или постепенно? Она, подумав, сказала, что даже не знает, кажется, сразу. Проснулась и здорова. Андрей, спасибо тебе огромное. Да что слова имени высказать той благодарности. И скажу прямо, даже нежности к тебе. Ты наш пастор, наш свет. Записывать желания так просто и так мощно. Елена, пастор Андрей просто удивительный. Новый эфир, новое откровение и новая глубина, которая взрывает прежнее восприятие. В очередной раз восхищена Отцом и вашим служением Ему. Простота, которая сокрушает все сложности этого мира. Так легко. Смотрели и слушали эфир всей семьей, что само по себе чудо. У мужа начало лучше слышать левое ухо. Аллилуйя! Больше 5 лет практически не слышал, а теперь слышит. И довольно неплохо, только что устраивали эксперимент. Так что мы видим Отца Творящим, благодарим вас всей семьей и принимаем причастие всей семьей. Бесконечно благодарю вас с Олей Отца и благословляю вас всеми самыми прекрасными благословениями небесными. Помазание на вас! Ирина, как только начался курс и пастор стал учить управлению, я начала управлять рулем автомобиля. Права лежали 14 лет. Слава Отцу за вас, дорогой пастор. Раньше был страх, а теперь страх легко ушел. И машину приобрели 1 июня. Аллилуйя! Асия, мне прямо во время эфира
Пришли на квартиру 2000 от сестры. Неожиданно. Спасибо, отец дорогой. Ольга. Меч Соломона, бомбический курс. Взрывает все. Скрытые во мраке религии. Миллиарды возможностей. Это 200%. Будоражит мышление. Активизирует вход в сверхобеспечительную реальность. Здесь, на небесах. Дух животворящий накрывает мощной волной открытие сынов по всему лику Земли. Недавно у меня состоялась уникальная встреча с клиенткой. Супер! Вау! Журналистка. Работает с губернатором. Она прилетела из Самары. И здесь уже 4 месяца. А мы уже в общении. Вау! Вот как пронзает меч Соломона и все сферы жизни. Аллилуйя! Галина. Вау! Круто! Вот меч Соломона. Рушит все преграды на пути. Супер! Только что купила билеты. Атаковала кассы несколько дней. И со слезами, и без слез. Дерзко, настойчиво, решительно. Аллилуйя! Месяц выбирала страховку по компрессионному перелому. Все кредиты мною были застрахованы от их начала. Во время застоя накопились большие задолженности по платежам. Все карты перекрыли, обнулили еще во время полета на торжество в Санкт-Петербург. Ходила и кричала к отцу: «Я знаю только одно! Я твой сын, сын, сын! Ты же мой отец! И отец такой отец! Аллилуйя!» Вау! Утром, проснувшись, вижу в телефоне все зеленое вместо красноты. Задолженности, вау, выплаты, все по пунктам. Зелененькие, крутяк, вау, выплатили. Задолженности автоматом погасились. Милость спасла от судов. Вау, я же сын своего отца. Явилось явное явление. Водопад денег людям вернула. Спасали меня в моем обнулении, в котором находилось 4 месяца. И отец, мой отец любви, одарил меня сверхчудом. Билеты купила. Сила любви отца. Я наслаждаюсь безмерным благоволением отца. Спасибо вам, пастырь Андрей и Оля, Нуржамал. Благодарю, благословляю миллиарды раз. Аллилуйя! Аноним. Когда года 2 назад только начала слушать проповеди, был сарказм. Ну-ну, давай, послушаем, что ты тут расскажешь. Такой был мой настрой. И именно в этом эфире я мгновенно через молитву получила исцеление межпозвоночной грыжи в грудном отделе. И тогда решила, что буду периодически слушать пастора Андрея. Есть еще 2 грыжи в шейном и поясничном отделе. И, аллилуйя, они мне не причиняют боли, неудобств. Была обнаружена опухоль в голове на повторном МРТ. Она так и осталась, но я не испытываю тех головных болей, что были ранее. Ставили врачи также диагноз артрит, артроз коленного сустава. И слава Отцу, я хожу, не хромаю и не испытываю боли. До этого лежала в больницах в одной, потом в другой. И выписана была, не излечившись до конца. По молитвам Андрея я просто впитываю все, что мне нужно. Утверждаюсь в любви Отца, исцеляешь душой. Еще хотела написать, как-то во время молитв была сумасшедшая боль внизу живота, что я даже согнулась от боли. Не могла понять сначала, что это, но верила, что ничего плохого не происходит. И да, после УЗИ малого таза подтвердилось, что размеры матки стали в норму,
Поэтому не надо пугаться, если вдруг что-то закололо или в жар бросило. Это исцеление идет полным ходом. А после вчерашнего эфира сразу же пошел отток из гайморовых пазух. Гайморит – неприятная штука, когда дышать не можешь, голова болит. Сегодня дышу полноценно носом, верю, что обоняние мое такое же, как у отца. И в плане бизнеса я уже отчаялась, что не получается, как хотелось бы. Но после уроков утвердилась, что у меня не так, как у всех. И это дало мне второе дыхание, а еще появился Хирам. Это дает надежду и веру, что у меня будет так, как я хочу. А если не так, то лучше. Спасибо, пастор, за слово от отца. Благословит пусть Господь обильно все ваши сферы жизни. Светлана, прошлый эфир не смогла послушать вовремя. Слушала сегодня, и я получила исцеление. Болело плечо уже недели две, не знаю причины, но боль была стабильная и очень настораживала. Но я исцелилась. Моя рука работает отлично и без ограничений. Молитвы абсолютно сильно действуют, даже в записи. Это мощно! Спасибо, Андрей и Оля! Ирина, честно говоря, не верила, что это со мной происходит. Пришли деньги из ниоткуда, с фирмы, которой мы арендовали машину. Как? Почему? Ну, были некоторые проблемы. Но чтобы $5000? Аллилуйя! Спасибо, папа! Спасибо Господу! Спасибо Господу за ваше служение, пастор Андрей и Оля. Татьяна, не всегда понимаешь, что это не могло случиться без его участия. Я молилась за Андрея, племянника. У него диагнозы – шизофрения и сахарный диабет. Приехала в гости к маме, и пришел Андрей. Я положила руку на его голову и помолилась. Он после сильной болезни, было обострение, холодный как лед. И я говорила, чтобы отец наполнил его тело любовью и духом животворящим. На следующий день он пришел снова, и я помолилась. Тело его было теплым, жизнь начала возвращаться в тело, и у него появился интерес к пище. Он после очень высокого сахара был в коматозном состоянии и отказался от пищи. Сейчас жизнь постепенно начинает действовать в его теле. Силы появились смотреть с улыбкой. Я благодарю тебя, Отец, за такую невероятную любовь к своим сынам. И я благодарю Андрея и Олю за все их откровения, которые учат, наставляют на мудрость Отца. Благодарю всех, с кем в жизни встречалась и еще встречусь. Ничего случайного нет, все учит нас и во всем Отец. Слава, слава, слава тебе, Отец! Анони. Вчера была в гостях, угощали двумя видами торта. Один из них был кисловатым на вкус, но неудобно было отказаться. Затем поели арбуз. Вернувшись домой, ощутила боль в желудке. Засыпая, молилась с возложением рук. Мои руки, руки отца, мое сознание, мое тело, мой дух одно с отцом. Молилась на иных языках и словом. Я наступаю на змей и скорпионов, и всю силу вражью силу, и ничто не повредит мне, если смертоносное выпью, не повредит мне. Но боль не исчезала. Включила проповедь Андрея с молитвой и заснула. Проснулась среди ночи с болью. Дух Святой наполнен послание о выкупе времени. Я возвратила время до потребления этой пищи. Восседая в своем сознании на престоле, где я нахожусь вне времени, а на земле, и имею власть над всем творением, в том числе и над временем. Я отменила это время и декларацию боли, и тотчас боль исчезла. Слава тебе, Дух Святой, за водительство и практику. Спасибо, Андрей,
за послание о выкупе времени и его воплощение в жизнь. Рамзия, вчера с утра очень плохо себя чувствовала. Видно, вирусная инфекция с температурой. Весь день пролежала пластом. Включила эфир, который был в понедельник, хотя в таком состоянии мало что понимала. Потом применяла помазание, потоки и другое, чему учил Андрей. Утром встала, никаких симптомов, бодрая. Слава Отцу и слава Иисусу! И огромная благодарность нашим замечательным пасторам Андрею и Оле. Галина, вчера с утра прострелила правую лопатку. Боль сильная. Целый день слушала эфир понедельника. Легла на иголки. Утром сегодня проснулась, а боли нет. Слава Отцу, слава Иисусу и благодарность нашим замечательным пасторам Андрею и Оле. Раиса, сегодня проходила ежегодный медосмотр. Врач сравнил мои результаты анализов с прошлым годом, и они стали намного лучше. Нетление действует в моем организме. Валентина, сделала маску для лица на продажу и дала протестировать коллегам на работе. Как только они попробовали, то сразу начали рекламировать всем мой товар. Мне даже говорить не надо. Преломляю, раздаю. Лариса, меня переполняет радость. Вчера вдруг проснулась ночью с мыслью о том, что у меня не болит спина. Я так счастлива. Слушала эфиры, где была молитва за исцеление низа спины, копчик. Хочу сказать, что до этого мне было трудно сидеть и спать. Я могла только на боку. Спасибо нашим Андрею и Оле за молитвы. Слава Отцу! Слава Иисусу! Пыталась вспомнить, в какой момент исцелилась, и не могу. Тот час. Мария, нынешним летом я увлеклась рыбалкой, но пруд находится в 10 километров от нашего села. И это в одну сторону. И вот, я преодолеваю эти километры за час с небольшим, хотя могла бы на велосипеде, машине. У нас их 3, но я сама не водитель. Но вот получаю удовольствие при ходьбе. Во-первых, вся дорога почти поля, одно село на пути. Иду, пою на языках, разговариваю с отцом. Да и такая легкость появилась, всякий небольшой лишний вес ушел. А самое главное, когда прихожу до места рыбалки, всегда провозглашаю: «Отец, вот мы и пришли, сейчас удачно половим рыбки и по 4-5 килограмма карасей в общем весе ловлю». А рядом сидят матерные рыболовы. У них нет клёва. Спрашивают: «Как так? Рядом почти ловим, и у нас ничего. А я на 2 удочки не успеваю». Говорю: «А мне ангелы под водой досаживают рыб на крючки. Они же и подкорки всякие используют, и приманки разные, а у меня обычные навозные черви. Дети ругают, что 20 километров хожу пешком. Нам говорят, в кабинетах сидеть жара невыносимая, а тебе охота в жару идти пешком. А мне нравится. Рыбу уже всем знакомым раздала. Довольные. Конечно, хожу не каждый день. Иногда в неделю, раза 3-4. Раньше все болело. То одно, то другое, то вместе. Сейчас же я летаю, как ласточка. Ничего не болит. Дома всю работу сделаю. И с папой на рыбалку. Отец такой отец. Уроки переслушивать по дороге тоже здорово. Никто не отвлекает». Татьяна. На выходных плавлялись по Мане. Коллектив сборный, разношерстный. В субботу одному из товарищей стало плохо. Началась аллергия и отек квинки. Прямо на глазах всех сидящих за столом и празднующих юбилей
одного из присутствующих. Ему стало плохо, пропал голос, глаза стали заплывать, лицо раздуваться, а он стал задыхаться. Все забегали, засуетились, стали давать таблетки, но только хуже. Жена уже начала паниковать, рыдать, говорит, что сейчас он умрет. Я поняла, что мой выход. Напомнила отцу, что он поругаем не бывает, и если исцеление не произойдет, меня скинут с плота. Я через весь стол подошла к ним и сказала, что я верующий человек, Бог с нами, и все будет хорошо. Я положила руки, помолилась, приказала аллергии уйти и высвободила помазание и сказала, что теперь можете успокоиться, и пошла на место. Все молча сидели и смотрели на меня. Когда я села на место, то кто-то сказал, что помолилась, и все прошло. Действительно, не осталось никаких следов аллергии в душе. И все стали радоваться, смеяться, обниматься и славить Бога. А я поблагодарила папочку и сказала, что и дальше хочу в тандеме с ним творить чудеса его славы. Наш отец такой верный. Татьяна, для меня произошел очень важный момент, который повлиял на мое восприятие людей и общение с ними и осветил как прожектор то, о чем я не задумывалась и не замечала. С детства росла сама по себе, без какого-либо восприятия, советов или участия в развитии во всех сферах и отношениях, в прямом смысле, будь то воспитатель или кто бы то ни был. По мере роста понимала, что отличаюсь от других детей. И еще в детстве принимала осознанное взрослое для ребенка решение воспитывать саму себя и учиться, глядя на других детей и взрослых, наблюдая, о чем говорят взрослые другим детям. Что хорошо, а что плохо, выбирала сама, насколько позволяло возрастное мышление. В итоге моего самовоспитания получилось, что получилось, но явно нужно продолжать с воспитанием. Я разобралась, но вот подсознательно, незаметно для себя всегда концентрировала на себе чье-либо внимание, чтобы быть в поле зрения. Неважно кого, хоть кого. А в последнем эфире пастор Андрей сказал такую радостную для меня весть. То, что отец всегда видит меня, и я всегда его поле зрения. Это меня так ободрило. Душа возликовала. Комната наполнилась светом и стала так весело от этой мысли и сразу увидела то, чего не замечала за собой, что было скрыто, что я приставала навязчиво ко всем людям, чтобы быть просто их поле зрения. О том, что отец вездесущий, думаю, слышали все и ранее. Но вот что отец видит меня, и я вижу отца настолько фундаментально и важно, думаю, не только для меня. Удивляюсь каждый раз эфиром. Всегда что-то новое влияние и корректирующее. Я вообще перестала смотреть чьи-либо другие проповеди, так как того, что представляла в небесной цивилизации. Хватает с избытком и более чем, чтобы разбираться, вникать, меняться и практиковать конечно. Спасибо, пастор Андрей и Оля. Всегда восхищаюсь, как преподносится истина. Ненавязчиво, без укоров, легко воспринимается. И от этого хочется меняться и воплощать сказанное. Открытые сыны из небесной цивилизации, вы лучшие! Охватила весь континент и всю землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео.
Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из твоих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за твой вклад. Небесная цивилизация – это семья и команда.